Верховный правитель Малайзии Ибрагим Султан Искандар посетил Пекин с 4-дневным государственным визитом. Это его первая поездка в страну, не входящую в АСЕАН, с момента восхождения на престол. Визит состоялся по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. После церемонии приветствия и банкета лидеры Китая и Малайзии провели переговоры. Также с высоким гостем встретился премьер Госсовета КНР Ли Цян. В марте прошлого года две страны достигли консенсуса по совместному построению китайско-малайзийского сообщества «Единой судьбы». Нынешний визит в Пекине рассматривают как возможность для продолжения традиционной двусторонней дружбы, углубления стратегического взаимодействия и расширения взаимовыгодного сотрудничества.